Я рад вас приветствовать, уважаемые зрители и подписчики канала. С вами у микрофона Никита Коньков. Мы продолжаем проходить Crysis 3. И у нас внизу цефы. Это башня 436. Нас атакуют. Там, похоже, вообще что-то страшное происходит. Цефы в целом воюют. И альфа-самец у нас появился, поэтому... Я, честно говоря, даже не знаю. Так, у нас здесь есть снайперская винтовка, да, на... Можем сменить ее на подствольный гранатомет. Сейчас давайте, пока они нас не видят, можем тут, в принципе... Так, есть этот вот... 3,5 кратное приближение уменьшает периферийный обзор. Даже не знаю, что лучше. Лучше вот этот вот ствол взять. Подствольник, только бы знать, как с него стрелять, с этого подствольника. Так. Это что у нас такое-то? Вот еще как мы, оказывается, можем. Так, их тут двое получается. Надо сейчас... Здесь у нас боеприпасов нет. Вот черт. Лук вообще здесь самое... Отлично. Не, вы это видели, а это было весело. Это было весело. Сколько их тут? Хорошая вещь. Хорошая вещь. Это автоматическая пушка. Это просто очень даже классная. Хотя можно было, наверное, их не трогать. Не хочет, ну, смотрите, вот так вот прыгать. А чё я наверх вон туда забраться? Он отказывается. Ну, давайте тогда спрыгиваем, да? Маскировка. Ох, не нравится мне это все. Там кто-то ходит, похоже, из цефов. Ну да, это цефы, скорее всего. Ух ты! Вот это да! Пошла жара! Ну, с таким оружием мы более... прокачанные. Я вам так скажу, все же это не то первоначальное наше оружие, когда мы там вообще бедные не знали вообще, куда нам деваться. Дальше продолжаем, не будем на них отвлекаться. Кто-то ходит. Переждем, отдохнем. Пополним энергию. Вперед. Пророк! Отлично! Встреча! Мать ее! Так, что можно за встреча? Какая, куда? Сзади! Эти цепи! Я думал, те ублюдки на Линстане были крутыми! Давай! Куда чего? Кому давать? По мне, похоже, стреляют. Ну да ладно. Ой, сколько их тут! Отлично, детка!
чтобы себя, правда, дали обнаружить. Ух ты! Они тут серьезные парни. Да. Отлично. Посмотрите на эти патроны разрывные. Состояние критическое. Ай, черт побери, а. Давай, давай, восполняйся. Фу, хорошо. Повезло нам, ребят, повезло. Здесь мы можем, наверное, взломать эту вещь. Есть. Так, 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 так. У нас есть замена винтовки, да? Сейчас зарядим. Даже... Не знаю, что даже лучше. Винтовка-то хорошая, да? Но Грендел вот этот мне нравится. Изначальный, который у меня сейчас в руках. Поэтому как-то менять не хочется. Хорошо. Как смогли, так и зачистили. Могу так вам изложить. Излагаю. Кто там ходит? Да, у нас остается 26 метров до чекпоинта. Что случилось? X, Alpha, Cef. Так, нажмите А, чтобы поглядеться. Вот черт! Заметили нас, гады. Отлично. О, черт. Готово. Там кто-то говорит, или мне кажется, парни, или... Или у меня уже глюки. Черт. Смотрите, это какой-то бронированный. Что нам сюда? Нет, нам показывают, что нам вообще туда надо. Гад. Будешь делать. Посмотрите, как они кидаются. Ой, патронов у нас мало. Ой, мало. Есть. Убирайся. Нет. Итак, что нам нужно сделать? Псих. Псих? Слышу! Чего надо? Ничего, просто проверяю. Ожидаемое время прибытия на встречу примерно 30 минут. Нет, вы это видели? Это какой-то корабль, да? Который якобы они на нем высадились, или это какая-то штука, которая бьет электричество. Фиг поймешь, что это такое вообще. Но тем не менее, мы дальше продолжаем бежать.
Здесь пока что... Тихо. Ух ты! Что-то произошло, что-то рвануло, похоже, да? Да. Ничего себе. Да, там серьезная зачистка такая идет. Корпорация Цел не справляется с цефами. Вы это и сами все прекрасно видите. Ничего себе. Что это такое полетело? Потом еще и рвануло. Критический удар по башне. Вся наша защита пробита. Отступаем, отступаем. Башня 436, это ТТ-2. Мы не можем удержать позиции. Нас захватит в любую минуту. Сила противника. Завоевывать они. Принят сигнал бедствия в секторе Альфа-9. Всем частям отступить. И собраться у башен 4-1-9 и 4-2-6. Что у нас здесь? А здесь какая-то у нас... Чего себе, это похоже подствольный гранатомет. Хорошая вещь. Я не спорю, но... Сменить. Я даже вот сомневаюсь. Менять, не менять. Так, подствольных нету у меня. Да и слишком мало патронов у меня. Давайте сменим. Пять подствольных. Блин, ну это жестко. Это очень жестко. Лучше уж я пойду с этим оружием. А, вот. У нас есть гранаты. Так, кстати, я, кажется, разобрался, да, как включать подствольный гранатомет. Но, к сожалению, нету боеприпасов, парни, нету. Ну да ладно. Пророк! Раша так и не нашли. Я получаю сведения об активности цефов по всему зданию. Цел уничтожают. Да я это уже догадался, ребят, что Цел не может противостоять. Посмотрите, сколько мертвых бойцов лежит. И реально, инопланетяне берут свое. Что у нас? Ух ты! Вот они, стрелы. Как раз то, что надо. А вообще здесь арбалет самый крутой из всей линейки оружия. Ну, кроме той лазерной пушки, которую мы уже подбирали, но нам сильно и пострелять не дали тогда. Потому что... Что так задумано было. Мы тогда ее на вышку... использовали, вышку эту сломили, и все, и у нас ее забрали. Наверняка в конце игры дадут что-то помощнее, какое-нибудь космическое инопланетное оружие, с помощью которого можно будет там все раз херачивать в дребезги. Итак, у нас есть лук. Вот он, лук, и есть большое количество разных боеприпасов, разных стрел. Возьмем пока что обычные. Да. Ну давайте что. Что это случилось? Обалдеть! Вот хрень собачья! Ее можно как-то, а? Можно. Фух, так, что за фигня? Почему странно она как-то на меня не среагировала? Ну и слава богу. Слава богу, на самом деле. Так.
Я, правда, не услышал, что мне там по рации сказали, что это за хрень была, но... Довольно-таки здоровая, еще огнемет у нее есть. Да, ночью как-то Крайзис выглядит. Не впечатляюще совсем днем. Пророк, сеть почти налажена, но полевые командиры докладывают, что цепы повсюду. Периметр чист, но внутри... Боже мой, они истребляют все живое. Мне нужно найти Раша. Я к этому не готова. Не переживай, все сделаем. Надо будет как-то наверх, да, прыгнуть. Сообразить вообще, куда. Куда нам теперь забираться? Так, здесь у нас руины. По карте нам вон туда. Ой-ой-ой-ой, это что, под водой получается? Точно. Хрен его знает, а как мы здесь под водой-то поплывем? Я ничего не вижу совершенно в этой воде. Она черная. Похоже, здесь никак не проплыть, да? Здесь, может быть здесь? Нет. Наверное, я куда-то не туда залазил. Да уж. Так непонятно мне. Могу разобраться, куда нам прыгать? Ладно. Сейчас попробуем. Вот сюда нужно, оказывается, было. Обалдеть. Пророк, потерялся. Внимание. Рядом с твоей локацией сломанный крикун. Цефы активизировались, так что он снова может заработать. Отойдешь подальше, не привлекая внимания? Может быть. Но если у него есть источник питания, я мог бы им воспользоваться. Какой-то крикун. Очень интересно. Смотрим. Смотрим. Ой. Там кто-то бегает, похоже, внизу. Уважаемые зрители, на этом мы закончим эту серию. С вами был Коньков Никита. НК канал. Подписывайтесь, комментируйте. Надеюсь, что вам понравилось. И увидимся в следующей серии. Пока-пока.